Дмитро Ліч, фактично, в вашому інтерв'ю вперше прозвучало тоді те, що Зеленський може балотуватися в президенти? Ви тоді готували це інтерв'ю? У Мене просто питання. Як ви думаєте, а ви тоді думали, що він стане президентом? У вас було відчуття, що він має реальні шанси? Чи це просто було такий, якби медійний, Ну можливо, хайп, і ви ну так само хотіли подивитись, прощупати суспільство? Як вони відреагують? От що ви Як ви пам'ятаєте? Ви знаєте? У меня была абсолютная уверенность, что Порошенко не будет президентом, о чем я говорил во всеуслышании на всех каналах, где отвечал на вопросы моих коллег. Я проводил творческие вечера по Украине, и я начал, это есть в Ютубе, проводить опросы среди тысяч людей, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня. Везде, практически везде побеждал Зеленский. Поэтому я был уверен, что он победит. Я об этом ему сказал... Я помню день 22 ноября прошлого года, 2018 года, что он победит. Он еще сам сомневался в этом. Мало того, Олеся не даст соврать, вот в четверг я получил свою тысячу долларов уже, потому что ров... ровно год назад мы собрались на новогодний ужин, предновогодний ужин с нашими друзьями. Это и серьезные очень политики, и их жены, и коллеги наши, и э, начали записывать, кто будет президентом. Олеся не даст соврать, большинство сказали, что президентом будет Порошенко. В том числе я. В том числе Потому она. А что, же... что все-таки Порошенко ну, сбережет. Она думала, машина. что административный ресурс победит все. Я единственный, кто сказал, что президентом будет Зеленский. Да, да или нет? Правда. Поэтому я, я получу, должна... получу в четверг свою тысячу долларов со всех. Я был уверен, что Зеленский станет президентом. Я чувствовал кармическую такую закономерность, знаете, которая над нами нависла. И, конечно, то, что Зеленский стал президентом Владимира Зеленской Украины, это большой шаг вперед. И я тоже 2020 угу. год, конечно, в первую очередь, поэтому встречаюсь с надеждой.